Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем разбираться с темой Woodmart. Это урок номер 4. В этом видео я хочу показать интересную возможность в теме Woodmart, как, допустим, вот для главной страницы или для любой другой сделать отображение мобильной версии с другим контентом. То есть страница будет отличаться от компьютерной версии. То есть вот сейчас, как у нас она выглядит, ну, по сути, сайт пустой, ничего здесь еще нет. Если мы нажмем правой кнопкой мыши в браузере «Просмотреть код элемента», чтобы открыть сайт через имитацию мобильного устройства, вот сейчас как будто телефон, да, мы видим версию сайта через телефон, то мы видим практически ту же самую страницу. Да, у нас меню мобильное уже готовое. Все выглядит немножко по-другому. Добавились внизу кнопки, закрепленные в подвале, которые мы рассмотрим в следующих видео. Но все же, то есть прям контент заменить, чтобы, допустим, на главный другой контент отображался на мобильном устройстве, в отличие от компьютерной версии. Мы сейчас наглядно это с вами посмотрим. Это реализуется через HTML-блоки. У нас есть вот такой здесь пункт HTML-блоки. Он здесь появляется после установки темы Woodmart на ваш сайт. То есть это не какой-то отдельный плагин. Вы нигде его отдельно не найдете. Он устанавливается вместе с темой Woodmart. Мы можем нажать на HTML-блоки. HTML-блоков, если будет много, можно даже разбить их по категориям. Или если вы сразу, допустим, находились на странице главная. Это отсылка у нас в предыдущий ролик. Я рассказывал об вот этих вот настройках, которые здесь появляются к страницам только от темы Woodmart, да. И вот она, мобильная версия. То есть вот отсюда прям создать новый HTML-блок. Это аналогичная ссылка, что и здесь. Если мы нажмем вот добавить новый. Давайте нажмем отсюда, неважно, где мы это сделаем, нажмем отсюда. Нас перебросит, как раз-таки мы видим, подсвечивается именно сюда. Здесь заголовок пишем. Лучше сразу как-то называть так, чтобы вы потом понимали, что это за блок. Этот заголовок нигде виден на сайте не будет. Это только пометка для вас в админке. Здесь мы могли бы разместить контент, но здесь есть еще более крутая штука. Мы можем эти HTML-блоки верстать элементером, конструктором страниц. То есть связки с этой темой Woodmart. Нам нужно только его подключить сюда. Мы видим, что здесь нет кнопки «Редактировать в Elementor». Но если вам это не нужно, то вы можете ниже просто добавить контент, он уже будет отображаться только на мобилке. Давайте сразу вот отсюда «Add New Category». Поместим этот блок в категорию, допустим, 1, категория 1, и нажимаем на кнопку «Add New Category». Тогда появляется здесь категория, помечается галочкой, то есть этот блок помещается в категорию 1. Сохраняем. Если мы пройдем сюда в категории, мы увидим здесь, вот она категория. И там есть один элемент. Вот здесь вот видите, один блок HTML. И таким образом здесь создается еще категория. Ну, выглядит все то же самое, как записи WordPress или категории к WooCommerce товарам. Все то же самое. Давайте сейчас пройдем в Elementor, назначим Elementor, чтобы он отображался в HTML-блоках. Сайт чистый, то есть Elementor только установлен, здесь никаких настроек я еще не производил. Наводим мышь на Elementor, наводим на настройки. И вот сразу вот здесь на вкладке «Общий тип записи», то есть где отображаться Elementor, где можно верстать Elementor, какие элементы сайта. По умолчанию записи страницы, вот они HTML-блоки, галочкой отмечаем. Слайдер для себя я отмечу, портфолио, боковые панели, товары. Ну, вот этот, наверное, все, что мне нужно. Ну, вот здесь еще поставим. Сохранить изменения. Теперь мы можем пройти HTML-блоки, увидеть наш блок. HTML-блок можно на сайте внедрять шорт-кодом. У него появляется свой уникальный шорт-код. Заходим, по заголовку кликаем и нажимаем «Редактировать в Elementor». Теперь мы легко можем контент красиво в этом блоке здесь оформлять. Итак, давайте просто элементарно я что-то закину, дальше уже вы будете решать, как здесь что настроить. Допустим, просто кинем картинку текст, и уже этого будет достаточно, чтобы увидеть, как работает эта фишка. Я добавлю, допустим,
одну колонку. И давайте добавим изображение. А, кстати, здесь уже вот элементы и WooCommerce элементы. Это виджеты от темы Woodmart, которые внедряются в Elementor. То есть это от Woodmart дополнительные плюшки, которые мы можем использовать через Elementor. Допустим, вот изображение. Давайте что-нибудь загрузим. Какую-нибудь картинку. Причем здесь же мы можем настраивать и мобильную версию отображения. Не забываем об этом, да? Теперь я хочу добавить, так, давайте текст, текстовый блок. Ну, текст тут какой-то уже есть. Ну, просто пускай будет такой текст. Сделаем просто его жирным. Опубликовать. Все, этого достаточно. Так, выходим в консоль. Блок мы с вами сохранили. Теперь переходим. Страница. Главное. Мобильная версия. Выбираем здесь. Здесь будет целый список, когда вы создадите много. И через поиск можно будет быстро вот по этому заголовку отыскать нужный. Но у нас он тут единственный, мы его здесь и выбираем. Все, сохраняем. Теперь у нас должна быть мобильная версия с этим контентом. Давайте это проверим, обновимся. Смотрим, что на компьютерной версии, на главной, здесь ничего нет. Просмотреть код элемента. И здесь обновим страницу. Как мы с вами видим, на что это влияет? То есть шапка у нас остается, подвал у нас остается. У нас меняется контент. Мы видим картинка и видим тот текст, который добавил в HTML-блок. Вот так вот это работает. Соответственно, на компьютерной версии, если мы обновимся, мы не видим этого контента. То есть это только для мобильного устройства. Соответственно, вы здесь можете верстать, как обычно, для главной страницы контент. Он будет отображаться только здесь. А на мобилке будет отображаться только тот контент, который я в HTML-блоке ввел. Там могут быть и товары. Вообще все, что угодно. Просто отдельная мобильная версия. Именно контент-версия. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight.
Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.